45 субъектов предпринимательства в Мирнинском районе получили субсидии, гранты, займы и поручительства в 2022 году. Сумма поддержки – более 69 миллионов рублей. Помимо финансов, администрация готова помочь с арендой помещения под бизнес-идеи. Муниципалитеты Мирнинского района предоставляют муниципальное имущество в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Предприниматели, осуществляющие социально значимые виды деятельности, имеют право на льготы. Ежегодно она предоставляется в течение 3 лет от 60 до 20% по снижающей шкале. По данным реестра Федеральной налоговой службы, на территории Мирнинского района действует одно среднее предприятие, 38 малых и 2105 микропредприятий. Из них 17 – социальные. Администрация выдавала займы на покупку оборудования для древообработки, для прачечных и химчисток, а также на пополнение оборотных средств. Благодаря финансовой помощи предприниматели создали 32 новых рабочих места.